Это будет впервые в мире звучать импровизация двух музыкантов, которые никогда между собой не играли. Виктор и Юрий. Вот, давайте нам тему для импровизации. Босые ноги. Босые ноги. Прекрасно. Босые ноги. Не босы и не босы. Не босы и ноги. Нет. А босые ноги. Голые ноги. Все не так понятно. То я думаю, почему художник ударяет хвосты и краски. Толстые краски, понятно. Не объяснишь. Ну ладно, друзья мои, Тань, садись. Нет, я не могу, не буду садиться, я буду ходить. Ну ладно, босые ноги. Чем это импровизация? Mm-hmm.